Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу приготовить блюдо под названием мясо по-капитански. Форму для запекания я залила подсолнечным маслом и сейчас на дно выкладываю картофель. Картофель я предварительно посолила. Вот что у меня будет соленое, это картофель и мясо. Но остальное потом в дальнейшем при процессе запекания я буду пробовать и уже добавлять соль. Вторым слоем пойдет мясо. Вот так я его выложу. Мясо я вновь закрою картофелем. Так, а на картофель я буду выкладывать грибы. У меня лесные грибы, они были заморожены, но сюда одним из вариантов прекрасно подойдут свежие шампиньоны. Грибы я закрою болгарским перцем. Вот так я использовала разных цветов болгарский перец. И сейчас все это я покрою майонезом. Так, майонез я добавила. Теперь я выжимаю дольку лимона. Так, все покрываю все лимонным соком. Затем добавляю специи. Так, у меня сочинские специи. Здесь набор всевозможных специй. Вы можете использовать, какие у вас есть. Так, вот и все. Теперь я отправляю в духовку при температуре 180 градусов на час практически. Все ингредиенты, которые я добавляла, и количество, я напишу в конце видео. Вот, друзья, мясо по-капитански готово. А почему это блюдо называется мясо по-капитански? А потому что это русский тест на настоящего мужчину. То есть любая девушка, которая захочет выйти замуж и проверить своего кавалера, приготовила это блюдо, подала на стол. Если кавалер все это скушал, значит, он уже капитан, можно выходить замуж. А если не осели он, то еще юнга, значит, нужно еще подождать. Но это, конечно, юмор. На этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте и будьте здоровы. Черные пятнышки – это не сгоревшие у меня, а это мои черные грибочки. Поэтому вот и все.